Мозг – приемник и передатчик импульсов сознания. Мозг является носителем сознания. Иными словами, мозг погружен в сосуд с сознанием человека, от которого он принимает импульсы. Если не работать с мозгом и сознанием, то человек проигрывает разрушающие сценарии, реакции, состояния, потому что мозг по привычке обрабатывает сигналы, наработанные в течение жизни. Это программы страха, стресса, выживания и влияния на человека под сознанием установок, заложенных с утробы матери. Мозг Бога – это мозг, погруженный в сосуд высококачественного сознания, светимости космического уровня. Иными словами, под определением «мозг Бога» мы понимаем прямую связь мозга человека с космическим мозгом. Космический мозг – это живой нейронный организм единого поля на высоких частотах вибраций. Когда мозг погружен в космическое сознание, происходит распаковка спящих слоев мозга, заблокированных файлов. Мы не просто открываем в себе способности, о которых даже не подозревали. Мы можем полностью перестроить качество нашего восприятия, качество нашей жизни. Какие части мозга необходимо активировать фотонами живого света, чтобы мозг начал принимать импульсы сильных клеток космического мозга? А на эфирах курса «Мозг Бога» мы активируем шишковидную железу, точку в районе лба, которая соединяет обе лобные доли полушарий, что помогает сворачивать время и пространство. Мы активируем область мышечка, что позволяет легко перемещаться между мерностями во времени и пространстве. Выбирая самую лучшую реальность из множества возможных в поле, мы балансируем затылочные доли полушарий, регулируем теменную и височные зоны мозга, активируем связь с гипоталамусом, что выводит нас на понимание питания мозга и восстановление клеток мозга. Мы выйдем на точку в области макушки, где человек осмысляет сверхвозможности через укрепление связи с центральной точкой космического мозга и обретает истинную связь с Богом, космическим разумом. Также существуют сакральные точки, которые активируются после раскрытия сакрального сердца и выхода на единый ритм с космическим мозгом. Мозг Бога – это живой космический мозг, который способен дать вам намного больше, чем вы можете себе представить в закрытой коробочке человеческого мозга. Растворите все стены, восстановите все изначальные связи, придите к своей целостности, так раскроется весь ваш потенциал и настоящая миссия души. Раскроется внутреннее счастье, живые знания, сверхинтуиция, сверхспособности, скорости обработки и принятия информации. Откроются потоки вдохновения и уверенности в себе. До встречи!